Мы с вами находимся у ворот городского суда. Здесь, через несколько секунд, начнется слушание нашумевшего в нашем городке дела. Сталин, суд пришел. Сядем. Ну, давайте, рассказывайте там, как у вас там дело было. Слышишь? Ну? Давай начинай. Да я не знаю, что базарить вообще. Что ты куешь? Да ничего, давай баклан. А что ты куешь? Что ты куешь? Что ты дети пеки? Давай баклан. Что там попасть в фармазоне? Как дело? Да я вообще не знаю, что там было. Ну что, пошли мы с корешем, пошли в кабак, взяли эти два фанфурика. Что такое? Что ты базаришь? Мы взяли три фанфурика. Ну три фанфурика взяли. Три фанфурика взяли. Да, нормально, клево так вон там кайфом посидели вообще. Только врезали. Опа! Да, выходим, тёлки стоят. Две такие тёлки. Ломовые, как раз по росту подходят. Одна нога, да, так, вторая нога. Да, а тут кубики. Леша такие, слышишь? Опа, что за опана и кубики. А у нас хата, опа, баня свободная. Опа, баня свободная. Мы сразу... Ну, мы тёлок бат занюхи, значит, и нахазывал. Слышишь, мы нахазывали. Слышишь, ну понятно. Ну, на укол. На укол, всё ясно. Да. Слышишь, и только... И там, значит, пристроить... Только... Бздынь, что они приехали? А я знаю, что пошли. Что вы приехали? Сыропогонные эти пикарки. Землю рвать вообще. Петель сняли, шиллером сняли. И все? И забрали, слышишь, повязали, загребли. Это что за жаргон взяли сюда? Адвокат, приведите ваших подзащитных в чувство. Заклепать, волк подобный, чуваки дело молотят!